Очистные сооружения в поселке Горки-10 функционируют с 1972 года и уже давно нуждаются в реконструкции. По словам главы муниципалитета, в ближайшее время эта проблема будет решена. Подписали муниципальный контракт на полноценную реконструкцию очистных сооружений. Хочу сказать, что к этим очистным сооружениям привязано 45 многоквартирных домов, 8 социальных объектов. Это наши школы, и садики, и храм, и дворец спорта, и дом культуры. А также, как я уже сказал, много коттеджных поселков, которые находятся здесь в округе. В конце 2019 года проект, разработанный администрацией округа, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкцию проведут по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода». После реконструкции этих очистных сооружений, а на это уйдет порядка 15 месяцев, будут отремонтированы все здания и сооружения, появится новый аэротенк, старые тоже будут реконструированы, появится биологическая станция удаления фосфатов и азота, а также станция доочистки той воды, которая будет уже попадать в реку Веземка, и еще появится станция обеззараживания всех стоков. По поручению главы в штабе строительства осуществляется круглосуточная онлайн-трансляция со стройплощадки. Качество проведения работ на протяжении всего срока реконструкции будет находиться под его личным контролем. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».